Короче, рассказываем. Десятого февраля – день памяти Александра Сергеевича Пушкина, самого русского поэта, прозаика, драматурга, теоретика, литературного критика, основоположника русского литературного слова. В честь этого дня мы хотим с вами поделиться фактами из жизни Александра Сергеевича Пушкина. Русский писатель по характеру был вспыльчив, неугомонен, любил шутки и обладал высоким чувством внутреннего достоинства. Александр Сергеевич много времени уделял своей внешности. Носил бакенбарды, на тот момент времени это было очень модно, делал маникюр и часто захаживал в маникюрный кабинет. На мизинце его всегда был длинный ноготь, спрятанный в золотой наперстник. Поэт в совершенстве обладал иностранными языками – английским, французским, немецким, итальянским, изучал латынь. Его библиотека насчитывает около 3500 томов, в основном на иностранном языке. Александр Сергеевич отлично знал историю и написал подробное научное исследование о истории Пугачевского бунта. Работал над полной историей Петра I. Все работы были основаны исключительно на архивных документах. Разносторонне одаренный уроженец города Луганск Владимир Иванович Даль был близким другом Александра Сергеевича Пушкина. И дружба двух этих замечательных людей продолжилась до самой смерти последнего. Так случилось, что поводом для их знакомства стала именно литературная деятельность, которой увлекся военный хирург и автоматолог Даль.